Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, экономическую интеграцию, а также подготовку предстоящих саммитов. К слову, сегодня во Владивостоке открылось отделение посольства Беларуси. Цель – укрепить связи двух стран. В Беларуси нет необходимости закрывать школы или переводить их на удаленку из-за пандемии. Сейчас совместно с Минздравом отрабатываются временные рекомендации на сентябрь-октябрь. Дополнительные коррективы будут вноситься по необходимости. К слову, уже привито более 50% учителей. Два бобруйчанина лишились порядка 8 тысяч рублей через интернет. Один из обманутых потерял почти 3 тысячи. Он доверился неизвестному лицу, который позвонил ему в Вайбер. Мошенник представился сотрудником банка и вынудил пенсионера оформить онлайн-кредит. Другой мужчина предоставил реквизиты карты на фишинговый сайт. Итог – минус 5 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. В Беларуси осталось засеять 7% площадей озимых. Это около 10 тысяч гектаров. Брестская область завершила работы. В Могилевском регионе 98%. Зерновые и зернобобовые культуры убраны на 91%. Зерна намолочено 6,5 миллионов тонн. Поддержите команду своего города. Уже в это воскресенье Бобруйская Белшина проведет очередной матч в первой лиге чемпионата Беларуси по футболу. Соперник – Слоним. Встреча пройдет на стадионе «Спартак». Начало в 13:35. Напомним, шинники идут на втором месте в турнирной таблице.